Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу! Эхэй! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит исполнение Мессии Смит Плей. Мы начинаем играть в новую игру какую-то внезапно. Внезапно какую-то новую игру, называется Mortal Fighting. Mortal Fighting. Street Mortal Fighting. Уличные бои, битвы, соответственно, друзья. Нам тут предлагают старт гейм или тренировочный рум. Старт гейм. Нам тут предлагают, соответственно, выбрать Нейтана или Джейсона. Блядь, Джейсон Стэтхэм или Скотт Эткинс? Ну, бля, серьезно? Вот так вот внезапно. Джейсон Стэтхэм, друзья. Sell your shadow pair. Вы выберете, за кого будете драться, соответственно. Ну, примерно, друзья. Нам как-то вот так вот говорят, друзья. Как-то вот так вот мы будем сейчас выбирать. Внезапно, да, прилетела к нам, соответственно, игра. Ну, у меня есть божий дар. Только один. Я самый совершенный боец в мире. Так говорил Скотт Эткинс из фильма «Неоспоримый». Кто смотрел, соответственно, друзья. Я должен тренироваться каждый божий день, чтобы что-то доказать, что это все не так, все это что не напрасно. И я должен для вас записывать новые игры, чтобы что-то доказать. Друзья, я выбираю Нейтана, потому что он вроде бы на превьюшке был, он вроде бы был в рассказах, он вроде бы был везде. Поэтому я, наверное, все-таки выберу его. Потому что Джейсон не похож на Джейсона, а вот Нейтан похож на Скотта Эткинсона. Допустим, посмотрим. Тут у нас есть какие-то раунды, 5 штук, значит 5 серий примерно будет, а может быть поменьше. Выбираю первую, смотрю, что за первое. Смотрю, что за первое, вижу что-то. Как ходить? Так, а можно на геймпаде стать? На геймпаде можно? Опа, нож можно взять, как игра. А на геймпаде нельзя ходить, блядь, это плохо. Это плохо, ну ладно, друзья, поехали. Так, спокойно, нож возьму, блядь, спокойно. А как бить? Парни, подожди, давайте я разберусь. Воу, как бить? Я пошел. Нет, не пошел, спокойно. Нож взял. Нож на F поди, на F. Все на F берется. На F бери. Нож бери. F. На E может, подожди-ка. Подожди, что так это сразу-то жестко? А как мы F, E, как это? R и зарядка. Подожди, рестарт. Можно паузу. Отпиздили на это на. Спокойно, хвост длинный. Бля, а как? В смысле? Game over, друзья. Кейс continue. Так, ладно. А, типа вот так вот, да? Как взять нож? Как, блядь, взять нож? Ебать. Да, как? Может, на Q? Q берет? Блядь, парни, блядь. Я ебал. Это подожди, такая разминка, друзья, перед Mortal Kombat. Перед Mortal Kombat. Как драться-то, блядь? Как с вами драться-то, чуваки? Как можно... Как с ними драться-то, блядь? Я ебал. Подожди, секунду. Может быть, подожди, надо как-то вот это вот ВСД... Может, С, К, Т, ну ты. А как взять нож-то? Нож возьми. Как взять нож? Как этот нож взять? Да ё-моё, серьезно? Нормалек. Так, нет, не берет, ничего не берет. А как с ними драться-то, интересно? Как мне с ними драться, с этими чуваками, друзья, с этими облезлыми чуваками? Он никак очень дерется, он вообще не реагирует ни на что. Оп, это прыжок, блядь. А как бить? Как, блядь, бить? Как мне бить? Не бить как? Как мне бить? Серьезно? А тут можно драться? Тут драться можно? Или нет? Допустим, вот так вот. Это вперед. Это нет. Где удар? Удара нет. Он не бьет. Нейтан, будем драться сегодня. Мы с тобой драться будем сегодня. Так, это блок, блядь. Это блок, понял. Это блок. А как бить? Бить как? Я тебя спрашиваю, как бить? Я нажал все кнопки, которые тут есть. Он не бьет. Ни на какую кнопку, на которую я нажимаю, он не бьет. На 1, 2, 3, 4, 5 не бьет. Он вообще не бьет. Он не дерется! Он прыгает, блядь, но он не дерется. Вы понимаете? Он прыгает, но он не дерется. Это блок. Это да. Это вот так не надо. Это так не надо. Как? Как драться-то? Серьезно. А как вообще выйти в меню? Ебать, на мышку драться, сука. На мышку драться, как поэт мяч, как уйди нахуй. Пошел нормально. А как нож взять? Нож подними, блядь. Воу, блядь, ножом! Ножом, на, сука. Ты чё, блядь, попутал, что ли, сука? Я не знал, что мышка надо было. Нормально. Блядь, давай на камеру собьешь. Сюда подошли, блядь, сюда все. Сюда подошел ты, блядь, с своим шеликером этим своим. Со своим, блядь, куда ты? Лег нахуй, лежает, сказал, понял, нет. Вот тогда иди отсюда, я, блядь, Скотт Эткинс, блядь, я нокаутирую тебя только так. Я неоспоримый, друзья, неоспоримый Скотт Эткинс, спокойно. Бойка. Тихо, бойка, аккуратно, нормально, вот так вот по ебалику.
по ебалику, по фруталити, по братали. А здесь есть фаталити, интересно. Это такая разминалочка, друзья. Разминалочка перед, соответственно, Mortal Kombat 11. Уйди. Уйди, нормально. Уйди отсюда, я сказал, уйди. На, получай. А будет какая-то разновидность монстров. Британский стритфайтинг, друзья. Уличные бои, убей или будь убит. Забей или тебя забьют. Победи или тебя победят. Опа, у Нейтана-то, друзья, скиллуха кончается. А тут будет хпшка возвращаться. Возвращаться хпшка будет, у нас хпшка заканчивается, блядь. А можно на паузу нажать? А можно. Спокойно, блядь, уйди. Уйди, блядь, уйдите вдвоем, все уйдите. Уйдите нахуй, нож бери. Ну, ножом, блядь. Уйди. Назад, дальше, блядь, такой. На. Я тебе сейчас дам, блядь. Я тебе лежать, сука. А сколько это продолжаться будет? Так на... Алло. Алло, блядь. Игра вылетела. Нет, не вылетела. Не вылетела, нормально играем. Ой, нормалек. У меня, кстати, жизни провалились. Давайте начнем заново, потому что у меня жизни провалились. У меня игра что-то свернулась, и она опять перевернулась. Убейте меня быстрее. Давайте заново, потому что у меня не получилось. Нормально сейчас будет. Поехали. По крайней мере, теперь я знаю, как нож брать и убивать всех. Уйди. А? Уйди с ирокесом своим. Давайте сюда, выше сюда, друзья. Подошли, друзья. Горящие бочки подошли. Вот так вот на повороты, развороты, нормалек. Стивен. Стивен Сигал. Спокойно. Коса большая, длинная, спокойно. На. Это я, друзья, не, Скотт Эткинс. Он очень похож на Скотта Эткинса, друзья. Так я иду по указателю, спокойно. Нормалек. Вау, разворот. Ой, что мы, что умеем? Скотт Эткинс, нормально, Скотти. Да куда ты, блядь, уйди отсюда, чепуха ты, блядь, ходячая, спокойно, иду, дай уйди ты мне тут, да уйди, сказал, блядь, я понял, нормально, уйдите, разворот, нож бери, нормально, назад, Скотти, назад, блядь, забьют сейчас, парни, ну что, я ебал, серьезно, что ли, блядь, надо было брать нож, нож я не взял, спокойно, нам на БСД неудобно играть, воу, это как? Это что было сейчас? Мы прям сегодня один хоть уровень пройдем, уйди. Мы один уровень с ним пройдем или нет? Блять, они какие-то сложные, я смотрю. Вы какие-то, блядь, набухавшиеся или какие? Я не понимаю, вы свои ракеты свои отрастили, зеленые, блядь. Зеленые драконы, спокойно, блядь. Уйди. Уйди, лежи. Лежать, сказал, уйди, нормально. Да ты, блядь, лежать будешь, что ли? Нет, я не понял, блядь. Спокойно, сражайся или умирай. Спокойно. Уйди, блядь. Уйди с дороги. Уйди. Ты тоже уйди. Да, спокойно, надо. Контролируем ситуацию. Блять, царим из-под тишка. На-на. Пизда, спокойно, ушла. Не надо, блядь, Дэниел Брайан, спокойно, уйди, тоже уйдите, все уйдите, спокойно. Маневрируем. Надо как-то, блин, отходить, походу, от позиции, от зоны отходить. Да, блядь, нет. О, побежали. О, нормалек. Это апперкотик такой резкий, такой внезапный. Здесь можно бегать. А как бегать? Вот так бегать. Опа, прописал. Можно с колена, кстати говоря. Ну-ка, спокойно, бежим. Опа. Спокойно, блядь. Опа. Развороты пошли. Апперкоты, нормалек, бежим. А сейчас бежим. Вот так вот. Оп. Нормально, апперкоты пошли. Ложитесь, нормалек. А можно хпшка, чтобы хпшка выросла. Уйди, блядь. Уйди отсюда, уйди, нормалек. А можно нож взять? Нож бери. Нормалек, я с ножом, крик. Крик, спокойно. Уйди, спокойно. Крис пошел. Роберт, да, у него младший, Крис Браун. Уйди, блядь, ножом, тыкаю ножом. Опа, нормалек, вот так. Опа, поворот двойной. Нормалек, я живой. Кто еще? Есть еще препятствие на пути. Ты, блядь, да, такой, спокойно. А если я бегом, двоих, опа, нормалек, бей Джона Сина, спокойно, Джон Рэмбо, тихо, Джордж, да уйди, нормалек, назад, отступаем, Нейтан Дрейк, спокойно, у нас Нейтан Дрейк, уйди, блядь, нет, так, блядь, можно силу подкопить, блядь, я ебал, спокойно,
Опа, 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 отбоем. Нормально, Джеймс, Джеймс Бонд, спокойно. Джеймс, Джеймс Бонд, уйди, уйди, нормально. Вообще замечательно. Замечательно тут у нас. Какая-то у нас игра за 20 рублей, за 20 рублей, за 20, блядь, рублей. Уйдите, блядь, кто еще? Есть еще препятствия, уйди, блядь. Уйди, сука, Джош, спокойно, блядь, спокойно, иракезы. А здесь есть другие, друзья, вариации боев, потому что тут, блядь, одно такое, типа, что такое однотипное, блядь, спокойно. Опа, нормалек. Нет, 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 нет. Нахуй. Апперкот. Разворот. Нахуй. Сколько можно, блин, я же не смогу сейчас, я не смогу. Я не смогу сейчас пройти. Меня убьют! Как это пройти? Как это пройти, блядь? Бежим. Нормалек, можно вот так вот, в принципе, юзать их. Нормально. Хорошая тактика, бежим. Нормально. Бежим, 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 бежим! Да блядь! Ну как, блядь, как, сука? Как это пройти, блядь? Сука, блядь, как это пройти, нахуй? Нахуй, блядь, вас, сука, заебали! Как это, блядь, заюзать? Как это, блядь, заюзать? Спокойно, уйди, нахуй! Уйди, о, поворот, блядь, разворот, разворот, апперкот, в голову, блядь, апперкоты, джекпоты, блядь! Уйди, я тебе сказал, уйди, матросина! Уйди, уйди, чепуха, чепуха зеленая, уйди, блядь, уйди тоже. Уйди, чепуха, уйди, ты куда в спину-то бьешь? Куда ты мне в спину-то бьешь? Ты джаброни, джаброни, дилетант, любитель, любитель джаброни. Опа, нормально, уйди. Спокойно, у меня мало жизни, ты-то что встал, ты-то что встал, лежи. Когда Скотт Эткинс гуляет по городу, блядь, лежите все. Лежать всем, лежать. Нет. Бежим, 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 бежим. Управление просто пиздец, я ебал. Опа, нихуя. Четверых, блядь, четверых, четверых, четверых завалил, четверых лежать, блядь. Нет, 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 нет. Нормально, бежим. А, блядь, они из-под тишка, друзья, бьют. Они бьют из-под тишка. Они бьют из-под тяжка, то есть, в принципе, вся проблема, то они сзади бьют, друзья. Они просто бьют сзади, и все. Единственная проблема моя, которая заключается в том, что они бьют сзади, и все. Больше они никак не бьют. Я беру нож. Нож бери. Нож, блядь, бери. Нож бери. Вот как он мне прописал? Как он мне, блядь, прописал? Вот как он мне прописал? Я сейчас не понимаю. Как он мне, блядь, прописал? Уйди. Все, прошел. Ага, размечтался, блядь. Размечтался. Тупо пройти невозможно. Это не пройти. Это как пройти? Это не пройти. Спокойно. Иди сюда. Что меня делает самым совершенным бойцом в мире? Что, блядь, меня делает? Я самый совершенный боец в мире, блядь. У меня есть божий дар. А ты кто? Ты чепуха, блядь, городская. Спокойно, спокойно. Ты просто уличная херня. Вот, вот такие братаны вот приходят, да, вот такие. Ты с девушкой гуляешь, да, такая чепуха идет. Ты все, блядь, ты, и ты боишься, блядь, потому что эта групповуха идет, друзья. Вот эти вот бойцы такие, да, UFC. Такие вот бойцы. Так, да, это какие бойцы? Это просто бродяги. Это просто бандиты. Это просто уличные вот такие вот ублюдки. Такие вот ходят, да, я, блядь. Я их вот нахуй вас всех. Спокойно. Один сдох. Один живой еще, на, получай. Нормально. Кто еще? Еще есть желающий получить от Скотта Эткинса. Спокойно, так, нормалек. Если бежать. Вот, нормально, кстати, нормально. Кстати, нормально. Кстати, блядь, нормально. Кстати, блядь, нормально. Спокойно, назад. Они, в принципе, не агрятся, когда ты к ним только подходишь. Они агрятся именно в тот момент, когда, соответственно, ты стоишь боком, например, или все. В принципе, первый удар ты наносишь. В принципе, первый удар наносишь ты. Уйди. Блять! Внезапно! Внезапно, вдвоем такие! Вдвоем, блядь, такие! Вдвоем! Вдвоем, уйди! Дэвид! Дэвид! Дэвид Теннон! Спокойно! Оп, нормалек! 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 Сколько еще? Сколько, блядь, еще назад? Назад, блядь, назад! Назад! Вот такое, блядь, такое говнецо я играю первый раз! Уйди! Уйди, говнецо. Спокойно. Уйди.
принципе, если вот так вот обходить назад, маленько идти, то получается, в принципе, теория. Получается, нет, блядь, не получается. Уйди. Уйдите, парни. До свидания, до свидос. До свидос, красиво, до свидос. Вставай, блядь, получается. Какого ты меня прописал? Это кончится или нет? Это, блядь, кончится или не кончается? Это, блядь, не кончается никогда. Вау! Окей, давайте еще последний раз. Последний, блядь, раз. Кстати, он еще, кстати, бросает ножи. Он ножи еще, кстати говоря, бросает. Че прикольно, Что, кстати говоря, прикольно, что он бросает ножи. Блядь! Сучий потрох, спокойно. Назад. Нормалек, уже справляюсь, бежим. Нормалек. Уйди, чепуха. Опа, нормалек, так раскидал. Раскидал-то как! Прям как Джейсон Стэтхэм, неудержимые. Правда, Скотт Эткинс проиграл в той войне, но и ладно. Давай сюда иди. Назад. В принципе, вот когда они подходят сзади, блядь, это самое опасное. Спокойно, блядь. Спокойно. Нет! Я пытаюсь. Уйди. Тихо. Вдвоем. Вот это самое нельзя дебильное, когда вот ты понимаешь, что... Сука, блядь. Нахер вас всех. Чепуха, нормалек. Можно идти вперед. Нож берем. Там нож был. Нож. А, блядь, сука, игра опять вылетела. Она как бы закрывается почему-то. Энтони. Спокойно. Джон. Ага. Тихо, блядь. Тихо, я сказал, друзья. Тихо, нож. Вау. Кстати, неплохо нож. Нахуй, на тебе ножом в голову. Спокойно. Пока неплохо держимся. Кстати говоря, держимся неплохо. Пока кто еще идет? Вдвоем идут. Нормалек. Кто еще могу? Могу вот так вот, нормалек, сюда идите. Сюда выйдите, друзья, на Голливуд, выйдите сюда. Я понимаю, что Скотт Эткинс, друзья, снимается в категориях фильма не голливудских, но это не повод, друзья, его закрывать, друзья. Он каскадера Дэдпула играл, поэтому Скотт Эткинс, как бы, он может. Он, блядь, как может. Уйди, я тебе сказал, уйди, бляха. Уйди ты, сука. Нахуй, нормально. Тебе тоже на, Энтони, спокойно, уйди. Да, ну это лучший заход, друзья. Да уйди ты, я говорю, лучший заход. Нахуй. Вау, красиво. Красиво, неоспоримый UFC. UFC боец, спокойно, блядь. Нахуй, уебу. Уебу, блядь, сказал, спокойно, иди сюда. Нормально, идите, блядь, сюда. Вдвоем, блядь, нате вам получайте. И то встанет, ты встаешь, да? На. Разворот могу сделать, спокойно. Сейчас разворот сделаю, опа, прыжок. Нормально, спокойно, разворот. Вау, разворот, переворот. Апперкот тебе в голову. Нет. Я могу, блядь. Уже голова едет с ума от этой игры. Голова съезжает просто уже от этой игры, друзья. Игра просто... Опа, блядь, иди нахуй. Это мое. Нож, блядь, сейчас кидать буду. Сейчас закину я в тебя нож, летит в тебя. Нож в тебя. Нормалек. Уйди. А ты живой, блядь, после ножа? Ты, блядь, живой Джеймс Бонд, что ли? Или кто ты, блядь, скажи мне. Ты скажи, ты Брайан. Спокойно, на. Ты апперкоты ставишь еще, блядь. Апперкоты, блядь, тут будешь ставить, спокойно. Кстати говоря, здесь можно еще блокироваться, можно! Блокироваться, забьют вдвоем! Вдвоем забьют, блядь, Дэвид, как ты мог? Как ты мог, Томас, как ты мог, блядь, Томас? Дэвид, уйди. Здесь просто, друзья, просто сколько продержится или что? Сколько продержишься ты в бою или что? Просто идешь напрямик, убиваешь всех или что? В чем прикол, блядь? Что прикол? Что я играю? Во что я играю уже 20 минут? Я во что 20 минут играю, спокойно, Джефф Харди, иди сюда, нормалек.
пришел, получил, разворот, опа, намалек, нормально, прозрачный, на тебе, опа, поворот, опа, разворот, как? Это нечестно! Это нечестно, друзья, это нечестно, они появились вдвоем, они появились вдвоем. Я не знаю, во что сейчас мы только что поиграли, друзья. Это просто вынос мозга. Можно создать плейлист «Вынос мозга». И вот она, первая игра. Street Fight Mortal Street Fight. Смертельная битва уличных боев. В общем, как-то вот так вот. Для вас сегодня работа, как всегда, Александр Смит в исполнении миссии Смитплей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, комментируйте это видео. И всем до встречи, как и на видео, так и на трансляциях. И, может быть, на этой игре. А или это «Вынос мозга». В общем, да. Всем пока.